Эй, йоу! Здравствуйте, и я Максим Мадзе, и это игрушка Angry Birds. Любой зритель моего канала может выиграть 500 рублей 31 декабря. В конце каждого видео, в том числе и этого, вам будет задан всего один вопрос, ответ на который вы будете знать, если внимательно посмотрите это видео. Так что не пропустите. У кого больше всего будет побед на каждом выпуске, тот и победит. Я уже определился с призами конкурса. Человек, занявший первое место, получит 500 рублей, второе место – 300 рублей, и первое место – 100 рублей. Думаю, за такие призы стоит побороться. Я, конечно, изначально планировал деньги побольше в качестве приза, но потом понял, что это будет чересчур уже слишком. Ладно, короче, у нас остался... И, возможно, это уже последняя серия по Angry Birds. Давайте проверим. Если последняя, то будет очень хорошо. Короче говоря, это эпизод Surfing Turf и третья часть этого эпизода. Вот такая вот локация на меня странная. Небо какое-то вообще разноцветное, темное. Грусть, в грустных красках тут у нас все. Гроза. Здесь еще где-то, по-моему, все золотое. Или нет? Я не помню, честно говоря. Ну, уровень пока не сложный, я смотрю. Блин, я хотел, чтобы камень не куда-то летел. Попасть. Блин, красный сдох. Блин, вот если бы красный бы не сдох, сейчас он сдох бы побыстрее, вернее. Да ё-моё. Надо как-то прям четенько, четенько туда попасть. Какие вам туда надо попасть? Вот эти камни. Все. Сейчас, возможно, выиграем. Надо туда попасть, когда мы выиграем. Все. Город какие-то вот понятные. Желто-черные полосы еще вот эти вот. Этот эпизод связан со строительством, что ли. Как это связано с Surfing Turf, я не понимаю. Стоп, надо попасть. Чуть-чуть. Нет, не так. Все-таки. Блин, надо
зараза, не остался. Нет, этот живой остался, вот зараза. Так, динамики. Как всегда, живой у нас остался. Один, как всегда, живой, блин. Ну вот эти, наверное, сдохнут, наверное. Блин, бесполезный уже получился. А может и нет. Да еб моё. Как он там вообще застрял? Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Пошло делать.
да, ё-моё, что ты будешь делать? Блин, вот надо было Терренса заглянуть туда, ну вот это вот большого. Я думаю, что я пикан за ним не беру. Я заберусь. Какой это уровень? 39. А последний уровень 45. Сюда должно в динамит, что ли, залететь, конечно. Че он не взорвался? Поделай мое. Сейчас и сейчас вот он сдохнет. Вот эту фигню толкнул сейчас. Это легкий уровень в этот раз будет. А может быть. Вот только стрелять надо поточнее, оказывается. Иначе ничего путного не будет. Этого я вряд ли попаду. А, нет, попал. Так, какой это? 42-й? Так, а вот здесь, мне кажется, лицо, по-моему, было. Может и нет. Сейчас, короче, попробуем.
Так, погодите, ну как резко попробовать. Немного подозрительная какая-то. Ладно, короче, пофигу, пофигу, ладно. Я сомневаюсь, конечно. Какая вероятность просто? Я не помню, где на это. Здесь мог убить золотой. Не упадет на свина, ну е-мое, опять один остается. Как я до того свина доберусь? Опять не добрался до меня. Что ж ты будешь делать. Как будто вода. Лёд, вода, блин. Механизмы какие-то уже начались. Которые свиньи закрыли. Ну я тут упадёшь сейчас, вот и все. 44. Значит, осталось всего 2 уровня. Да. Куда ты? А как я туда все попаду? Надо, короче, сначала, походу, туда выстрелить. Нет, 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 не совсем так. Полезный удар. Нет, надо сначала вот сюда стрелять. Тут нам ничего не надо.
падай, 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 падай. Есть. Вот, собственно, и последний уровень у нас в игре. Остался. Так, надо... Пойдет, пока особо ничего путного не сделал. Игра пройдена, наконец-то. Но это еще не все. Давайте мы с вами пройдем. У нас еще остались золотые яйца, которые мы собрали. Итак, начинаем с первого. Ладно, давайте, короче, по порядку прямо отсюда начинаем. Это яйцо у нас 11-е. Надо в те динамиты попасть. И одна звезда. На каждом из них дается. Так, следующий уровень у нас вот этот вот. Он у нас по счету номер один. Да будьте здоровы, господи! Да будьте здоровы, блин! Чиха. 10 раз чиха. Ну или там уже, блин. Короче, стреляем и, короче, все по цепной реакции у нас. Ломает. Бусинки у нас вот туда вот двигаются. И сейчас я сломаю еще стекло и бум! Следующий уровень у нас третий по счету. Здесь у нас очень много мячик. Вверх-вниз, вверх-вниз, и никого не сдевает, но если один мячик долбануть, то уже все поменяется. Там того капрала заденет. Давай, мячик, задень. Есть. Этот уровень у нас 8-й по счету. Здесь у нас очень много динамитов, но как будто вот эти пушки выстрелили вот сюда. Все по цепной реакции идет. Так, его сейчас вот этот камушек покатится. Вот прямо в этот динамит. Да? Туда. Вот сюда, прям, короче говоря. Этот камушек вот сюда. Эти вот камушки. Так вот этот камушек вот сюда встает. Так, динамиты потом вот так убиваются. И вот этот мячик вот этого свина убивает. Вот, собственно, и все. Так, давайте. Так, вот этот вот давайте ладно. Этот уровень у нас второй по счету. Этот уровень мы во втором эпизоде добыли.
Mighty Hawks называется он. Короче говоря, синяя троица должна прыгать по... Должны прыгать по вот этим бусинкам, как на батутах, и вот этих вот свиней должны, чтобы они сдохли. Только... Ждать, возможно, долго придется. Так, запускаем еще троих. Так, у нас остался еще один свин. Все. Так, это за уровень. В третьем эпизоде мы добыли. Во-первых, мы вот так вот делаем. Затем готовимся. Ага! Если бы я в динамитовую вылет не попал, то это бы не смогли. Так, этот уровень в четвертом безумии выиграли. Ну, с первого раза его прошли, конечно. Какой, кстати, по счету? 14. Так, это 50. Так, вот этот уровень у нас пятый вроде бы. Да, пятый. Так, ну, с первого раза был сложно, на самом деле. Так, нет. Так, еще хуже только. Что ты будешь делать, а? Нет, один свин, как всегда, остался. Короче говоря, этот уровень в титрах надо было... В титрах золотое яйцо было, надо было на него нажать, и, короче, мы вот это вот уровень получили из-за этого. Так, ну, один свин останется, опять, как всегда. Что такое, а? Короче, ладно, фиг с этим уровнем. И переходим к следующему. Он у нас по счету 13. Здесь у нас целых 4 короля свиней. Никогда такого еще не было. Ни на одном уровне не было более одного. Они у нас, короче, надо вот эти вон те шарики, короче, сломать, и они тогда упадут. Потом в динамик надо как-то сделать, потому что они попали. Ладно, они, короче, будут и пока вот так двигаться, они все сдохнут. Бассейн слизкий какой-то. Получилось. Нет, надо, чтобы динамики не взорвались, а упали на нас сверху. Нет, не так. А он все равно живой остался. Вот это дела.
инициатора. Так, это у нас 9-й, по-моему, да, 9-й. Нет, ну нет, надо еще раз. Может, с первого раза получится. Нет, не получается с первого раза. Так, и еще несколько золотых яиц у нас здесь. Так, сейчас эти часы, короче, будут вертеться. Стопэ. Некоторые уровни, конечно, здесь сложные. До того чувака добраться не так уж легко. Да что ж ты будешь делать, а? И последний вот сюда. День рождения. Может быть, надо в те выстрелить или лучше нет. Может, шарик надо выстрелить. Хотя не, вряд ли. Ладно, последний раз попробуем, если не получится, то... Короче, ну, мафик этот уровень. Да куда? Да еб мое, а? Что ты делаешь? Что ты делаешь?
Ты издеваешься, а? Кому-то, наверное, смешно. Короче, ну его нахрен. Надо манкет тоже сбить. Короче, получили одну звезду, понятно. А вот этот уровень с другой гравитацией. Зелье бы, конечно, сбить. Да не туда. Так, о, вот этот хороший, вот это хороший уровень цепной реакции. И прям вот делал. Хороший шаг. Так, следующий у нас вывод. Какое-то здание. Только надо как-то попасть, чтобы все развалить. Все. И вот этот вот мяч для регби. Регби. Золотой.
Нет, 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 в интернет нам не надо. Так, ну это походу все. Ну что ж, дорогие друзья, мы прошли наконец-то игру до конца. И пора нам переходить к главному. Надеюсь, что победа в конкурсе ждет только тех, кто внимательно смотрел сегодняшний выпуск. Ну а теперь сегодняшний вопрос. У каждого из этих яиц был свой номер. Ну там, помните, я вот нажал на паузу, и там, короче, яйцо и какой-то номер у него был. Уровень по счету. Так вот, вопрос звучит так. В каком по счету уровне золотого яйца было 4 короля свиней? И варианты ответа. 13, 1 или 8. Удачи, друзья. И не забывайте. Отвечайте на вопросы правильно. И ни у кого не подглядывайте, конечно. Ну и на этом, собственно, все. В следующий раз мы начнем проходить Angry Birds Seasons. Ну а сегодня пока что всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, я не настаиваю. Вступайте в сообщество ВКонтакте и подписывайтесь на запасной канал Блумаз. Всем пока, с вами был Максим Мазин.